Всем добро пожаловать, это игра Papers, Please, и у нас сегодня третья часть и начало 12 дня. 11 день мы завершили вот с таким результатом. Отправляемся спать. Взятку, я напоминаю, мы не взяли, а решили ее сжечь, потому что мы не хотим связываться ни с каким орденом, и давайте посмотрим, к чему это приведет. Возможно, меня найдут и вырежут, и всю мою семью, а возможно, мне дадут грамоту и медальку очередную, и нихера денег, как обычно. Короче, история Асторски в словах, рисунках, но слов больше. Давайте посмотрим, к чему это придет. Я вообще жду того мужика, который, вот он, по-моему, ко мне идет, или это не он. Я ему сейчас отдам все это говно и скажу, знаете что? О, здрасте. Доброе утро. Здоровье сегодня получше, я надеюсь, что вы здоровье. Ты кто? Я первый раз его вижу. Мы думаем, что некая группа лиц, которая пытается создать нам во всем. Так, слушайте, вот я давно вас жду. Забирайте говно. Заберу. Видели? Забирай, сказала. Да ёптать. Во! Забирай! Ты посмотри, а. Сейчас я ему отдам и просру, да? Да. Возьми! Ты ёптать, ты что ж такое? Ты смотри, я содействую с государственными органами. Верните мне рисунок. Что это? Это говно какое-то. Говно. Сейчас меня еще и посадят, смотри, а. А я деньги сожгла, только зря. Вам лучше пройти со мной. И вот это тоже забирай, мужик. Все. Все, что? Вы арестованы за связь. Какую нахуй связь? Мы сожгли деньги. Министерство информации проведет... Ай, блядь, короче, не будем сжигать деньги. Слова Артоски. Вот пидор, а, смотри. Ты посмотри, нет, я честно не пропускал этого пидораса. Честно постарался... Давайте, короче, сейчас... На серии очень завершилась, очень быстро. Сейчас я перезайду, попробуем с этого же дня. Возьмем деньги. Ну, раз уж все равно нас арестовывают. И будем тогда взаимодействовать с орденом, хотя я вообще совершенно не собираюсь. Или... не будь... Или... Не знаю, давайте сейчас посмотрим, что у нас там осталось. Может быть, правильно, что мы сожгли деньги, если вдруг нас поймают за хвост? Тогда какой смысл вообще? Так, продолжаем с того же дня. Мы сожгли деньги. И не будем взаимодействовать с орденом. Посмотрим, что из этого выйдет. Не будем. Хотя всем насрать, меня все равно арестовали еще. Ты хуй вонючий. Я тут тебе с банду сдала, а ты меня посадил. Раз, блядь. Как его там, второго-то мужика зовут? Чтобы не пустить. Так, как тебя зовут? Вунель, Вунель. Ну-ка, сейчас я уничтожу твои документы. Ничего я не видел. Ничего не видел, не видел. Я знаю, если я скажу, что видел. Только я признался тут. Ведь честно нельзя служить родине. Забирай говно, сказал. Да и вали отсюда своими бумажками. Честно, родине нельзя послужить, поэтому придется... халтурить. Потом, может быть, в следующий раз давайте попробуем взять деньги и работать с орденом, вот. Просто если мы берем деньги, это значит, что мы уже как бы работаем с ними. Хотя мы можем взять деньги и не работать с ним тоже. Но тогда нас точно порежут на ремни, я вам отвечаю. Вот. Ну, в общем, посмотрим разные события. Тут, я так понимаю, несколько развилок. Немножко на 60 дней, да, похоже, вот это все. 60 секунд, как там это называлось? Начинаем нашу игру. Михаил и Стефани какая-то там. Ваши документы, пожалуйста. Калечия, цель визиты. Из Юрко. Да, не совпадает. Ну-ка, фотография это совпадает, совпадает. Чего она сказала мне? Печать-то? Я хочу навести друзей на несколько месяцев. А, теперь еще печати надо смотреть. Я не очень понимаю прикол в этих печатях. 25-12 женский пол. Потому что... была печать, оказывается, поддельная была печать какая-то. Уже прям боишься, что тебе сейчас штраф этот сейчас напечатают сраный.
Я транзитом. Из Орвич непонятно какой. Вот твой транзит и закончился. Депортация твой транзит теперь. Вес не гарантирован. Следующий. Арстоцка, так, надо следить за тем, что кто едет сюда, чтобы не впустить 89 килограмм, 183, ну, примерно. Так, наверное, дату рождения еще надо проверять, я так думаю, ты не смотрела на нее ни разу. Так, а что-то все правильно. Пускать, что ли, его? На фотке вроде он. 04, 83 год, блин. Что-то я тебя пускаю. Давайте мою карточку всем инженерам. Да, хорошо. Вообще без проблем. Если они будут нормальны, то... Ну, в смысле, все правильно по документам. Я буду давать карточку. Еду на ПМЖ из Калечи. Данные совпадают, фотка что-то как-то не очень, но пишет, что совпадает. Кружочек с буковками, хорошо. Данные совпадают, и здесь что-то все как-то все подозрительно совпадает. 16-е, 12-е. Придется пустить. Придется пустить. Я так понимаю, тем, кто едет на работу, им еще одна нужна эта бумага. А те, кто просто вот шастает и даже на ПМЖ едет, им ничего не нужно. Странно. Как-то это неправильно. Блин, закрыл это колечко, а он из нее. Я переезжаю сюда. Что на этой стене? Отметили за эффективную работу. Впечатляет. На стену повесили. Не удержались. Знаешь что? Ты какой-то мутный. Не нравишься ты мне. Давай ему эти отпечатки. Ич! Придирается он мне. Совпадает. Второго имени нет. Рубен. Мой Ред. Совпадает. Отпечатки, кажется, тоже совпадают. Придется пустить, да? Устранено несоответствие. Придется пустить этого пидораса грубого, наглого. Неприятного. Все, вали. Вали отсюда! Найдите себе рамочку получше, это дешевое дерьмо. Ну, ты все фотку тоже сменил, у тебя там тоже физия и так себе. Документы на работу, чего-то у тебя там не хватает, по-моему. Чего-то не хватает. Вот это рабочим им хуже. Написал бы на ПМЖ, да и все, меньше документов бы потребовалось. Так, давай проверять эту фигню. Фигню. Кстати, она может быть поддельная, раз он это... МВ с кружочком, ну вроде все правильно. Спадает на работу, он собрался на 6 месяцев, простите, вот 27.11, дата-то не та. У меня были дела, эх. Были дела. Город выделенный. Господи. Лардас. Я тут остаюсь на целый год. Еду на работу. 15-12. Мужчина. ГБД МФ это. Вот с пробелом очень удобно стало. Замечательно. Просто данные совпадают. Работа один год. Сколько сказал? Но целый год. Теперь надо проверить здесь. Так, а печать-то теперь правильная? Машиностроение. А это вот не это говно? По-моему, правильно. Не знаю, печать правильная или нет у тебя. По-моему, все нормально. Вот они какие, блин. Какие-то они только квадратные без букв. Хорошо. Транзитом из Арбистана. Где оно, этот Арбистан?
Мергиус, данные совпадают, данные совпадают. Сергей Андушев, 4DD, что-то там 54, на пару недель транзитом. Это хрень без этой штуки. Даже все правильно, да? Что-то как-то все правильно. Что-то когда правильно, даже напрягаешься. Почему правильно это все? Время заканчивается, уже мне там говорят. ОФ это где-то тут. Great Rapid. Данные совпадают. Уже я даже не смотрю, что они там отвечают, потому что это невозможно. Ой. Это кого мы там пропустили? Я же говорю, он подозрительный, этот типок. Вот сучка. Я говорю, надо всех досматривать. Тяжело болеет опять сын творит, а? Ну что ж за сын-то такой? Тап вызов печать. Чё так дорого-то? Зарплата 45. Откуда у меня деньги-то? Ёптать. Опять мне деньги припёр. Ты что ж такое? Смотри, он не вцеет и сует свои деньги. Вот тварь, ты погляди, как он меня соблазняет. Блин, даже прям прикольно. Первый раз мы не взяли и нам дали деньги. А второй раз можно... Мы не берем и ничего. Еще 2000, главное, принес. Мне даже сок не платит. У меня есть деньги только на продукты и лекарству сыну, суки этой, блядь. Болеет он. Отопление, на потопление нет. Не берем деньги, принципиально не берем деньги, идем спать. Но мы хотим посмотреть, что будет. Еще один террорист проник через границу. Блин, точно меня сейчас по башке треснут, они найдут. Заплатят другому кому-нибудь, да и все. Халатность при досмотре переезжающих. МВ новый директор. Процедура въезда будет ужесточена. Хорошо, хорошо. Деньги не взяли 5 декабря. Смотри, какие мы принципиальные, нас там прям соблазняют. Прям мы начнем с этого дня, 2000. Можно вообще не работать после этого. Новый директор считает, что досмотр на иностранцев проводился недостаточно тщательно. Я тоже так считаю. С сегодняшнего дня все иностранцы... Да нас всех сканировать, да и все, и отпечатки брать. Что за хрень-то? Чего я сижу? Тут это гораздо быстрее. Отпечатки взял, просканировал, посмотрел, что там за говно. А не вот это, смотри, что будет твориться, а? Предъявлять описание внешних данных, вес, рост и основные приметы. Ой, я сейчас чувствую, весело начнется. Блин, да это мне зачем сюда положили-то? Вот сюда. Как зовут того? Стефани, Фигефани, Михаэль Стефани. Вес, рост, внешние данные для иностранцев. Я пока не очень понимаю, как это все выглядит. Надо было, наверное, нажать документы. Мне надо проехать через вашу страну транзитом. Импорт мы нажимаем и смотрим страну НК. Теперь мы проверяем вот это. Вот это. Транзит 14 дней, дата. Мужик. Мужик. Теперь еще вот это. 80 килограмм, 163. Палец. Вот надо было... Волосы темные. Вот палец надо у всех брать и смотреть. 12, 17. Надо спустить. Это нам так, на пробу дали посмотреть, что за говно новое. Вели. Работников вообще дофига там получится этих документов. Ой, веселье только начинается. Работа моя говно. У вас нету говна этого, извините. Внешние данные для иностранцев. Пожалуйста, предъявите. Пожалуйста, предъявите. Вот, хорошо. Колечье. Видишь, они уже начинают хитрить. Видор. Данные совпадают. Фотка совпадает. Дата совпадает. Теперь смотрим здесь. Кружочек правильно с... цифрами. Здесь постоянно он сказал. 21-12. Чуть даже не к чему придраться. Так, 87 килограмм, рост 182. Кудри нечесанные. Очуметь. Описание. Представляешь, у тебя в паспорте написано нечесанные кудри. Нормально? Че, придется впустить, я даже не знаю, что с ним делать-то.
Ну-ка давай я посмотрю, там и не нужны никакие печати, а то сейчас начнется. Палец, внешние данные. Ой. Здрасте. Деньги принес? Премию платить сразу. А где счета? Предыдущий очумел. Да, он хоть так. Хоть так тоже неплохо. И на том спасибо, а то мне там постоянно суют косари какие-то непонятные. Работа. У тебя еще разрешение на работу уже должно быть, блин. Так. А, в гости он едет. Ты посмотри, а, вот пиздобол. В гости на 14 дней кружочек с буквами. Здесь проверяем. Здесь проверяем. 28.12. Внешние данные. 82 килограмма. 177, что-то как-то узковато, мне кажется. Ну ладно. Волосы светлые, похож. 22.11. А вот это нормально, что 22.11? По-моему, не очень как-то. Придется отказать. Придется отказать, так что все. В гости другой раз. Другой раз приедешь в гости. Ну! Пьяномутю едет навестить родственников. Останется он на 8 недель. Из Христа. Вроде правильно. Внешние данные 82 килограмм, 181 рост вроде, да, правильный. Волосы короткие, 11-12, все правильно. Так, здесь 25-12, что-то он там, по-моему, нам сказал дату не ту. На 8 недель, 2 месяца. Хорошо, хорошо. Так, квадратик без этой хрени, хорошо. Квадратик без этой хрени, идите домой, в гости. Я потерял личную карту, думаю, ее у меня украли в раздевалке, но матч мы выиграли, очень домой хочется, вот, много лет с собой, вижу, хочешь, бери. Да, блядь, забирай. Ты мне тут понадавал этого говна. Понадавал мне этого говна. Так, господи, Арстоцкая, еще он от меня хочешь? Ну, давай посмотрим. Типа, за плакат, чтобы я его здесь не пустила, да? Матчи не выиграли. Ну, не знаю, сейчас штраф мне выпишут, если я его пущу. Вроде Арстоцка свой, а вроде и личную карту он потерял, и плакат мне этот ссаный зачем-то принес. Стрёмный какой-то. Да, знаю. Замечания. Еще замечания. Кто пишет эти замечания? Кто пишет эти замечания? Господи, сколько у тебя документов? Лучше бы у тебя их не было, мне проще было тебя послать куда подальше. Личные данные совпадают. Усы! Палец 82 килограмма, 170 рост. 15-12. Теперь здесь я должна это все проверить. На работу на 2 месяца. 17-12. И вот здесь теперь я тоже должна это проверить. А, по-моему, вот это вот должно быть без печати. Без вот этой... А, нет, этот правильно? Все правильно. Это квадратная, она прям чисто квадратная должна быть. Так, машиностроение, визитку бери. Визитку бери, разрешение получи. И все, забирай свои эти бумажки и плакат. Хочешь... Блядь, никто не хочет брать этот плакат, сраный. Цель вашей поездки — меня пригласили официально. Если вы официально пригласили, то у него должна быть дипломатическая хрень вот эта. Так, данные совпадают.
Арстоцка есть, здесь есть, здесь есть печать. Хер знает, какая печать должна. Я не знаю, какая бы должна быть печать. Но дипломатический статус написано. Антегрия, вроде то. Правильно. Блять, что-то неправильно. Блять, паспорт истек. Вот я так и знал, эти дипломаты ссаные. Доверие мне тут зашел. Эти внешние данные полный кошмар. Получить трудно, а действовать всего несколько дней. Вы тут все по-арстоцки усложняете и усложняете. Лучше бы закрыли вообще границу. Я тоже так считаю. Лучше бы закрыли границу. Тогда я без работы останусь. Так, внешние данные. 12-83. Волос прямые, 53 килограмм, 175 рост. Вроде это хрень правильная. Дата правильная. Наталья какая-то там. Вот это что у тебя не то? Арестовываем ее нафиг. Арестовываем, все. Закрыли женщину. Закрыли, закрыли, закрыли. Что вы делаете? Ну, работа такая. Ждем вас завтра в 6 утра. Ой, что, так можно что? День 13. Семье нужны лекарства. Сбережения 0. Зарплата 7. 35 в смысле. Взятки 5. Жилье 25. Денег не хватает. Извините, нет. Берем отопление, опять эти пидоры болеют. Ну сколько можно? Теща, тыс, меня почему-то обозначил. Тыс, не знаю. Без лекарств, все, отопление я вам купила. Вы выздоравливайте сами. Бандиты нашли тихую гамме. Репутация Арстоцки подмочена. Республика отказала антигрянскому разоблачителю в убежище. Так, день 6, все не было этого Михаила. Деньги мы не взяли, или он не придет? Ты посмотри, что творится. Ты посмотри, сколько говна они мне здесь сюда накидали. Инженеринг, блин. Инженеринг. Я даже сдать их не могу, в том-то и дело. Меня сразу арестовывают и заканчивается игра. Ежедневные бюллетени теперь будут содержать список трех самых разыскиваемых. О, Господи. Понятно, еще надо с ними сравнивать теперь. Ладно. Ладно, поехали, следующий. Республика Оливера какая-то там до 90 дней едет из Сан-Глориан. Здесь вот она что-то похожа на фотку. И сразу сообщаем ее и арестовываем. Чего она сказала? Не ожидала. И как раз тогда, когда мне велели преступника. А, вы про что? Я думала, я... Преступника, вы про что? Преступника задержали. Мне дали здесь работу. Хорошо, прекрасно, великолепно. Что с лицом? Отпечатки даем. 63 килограмма, второго имени нет. Совпадает, значит, если совпадает, то, в принципе, ничего страшного, то, что на фотке это не она. Не соответствует 53... 63 килограмма, 175. Ну, бывает, что фотка говно. Да и что ж такое, заберите это. Джокин... Медицина, 83-й этот, 83-й год, сейчас 82-й. Печать круглая с бумажкой. Здесь квадратная без бумажки. Номер правильный. 31 декабря на 2 месяца. Ну, вроде все правильно. Фотка говно, конечно. Ничего страшного. Из импора. Надо только посмотреть из импора. Есть ли такой город? Хайхан, ну, вроде есть. Все, вроде есть, забирай. Забирай и иди отсюда. И... Следующий. Следующий. Республика Восточный Гришин. Ой-ой-ой.
Вот и арестовали. Очень удобно, когда так сразу находишь и все. И как бы никаких вопросов. И не тратишь на них время. Мануэль, это не тот? Нет. Это не тот. Это не тот. Совершенно на фотке вроде его нет. Что он там ответил? Работать на 12 недель. 79 килограмм, 172. Усы. 19, 12. Блин, сколько бумажек теперь есть? Печать в квадратике. Вроде все правильное. Все вроде весь. Так, а с кем он там работать собрался? Нам визитку не надо дать. На 12 недель. На. Прочитай. Так, ну вроде все правильно. И визитку мы ему дали. Разрешаем въезд. И отправляем отсюда прочь. Это было просто. Ну кому как. Следующий. Хехера Жинели. Так, Арбистан. Арбистан, почему-то он здесь. Но, видимо, перевод какой-то неправильный. Так, Жинели, кружочек с буквами, въедет в гости она на 90 дней. 63 килограмма, 179 в рост. А что все правильно, так я не пойму. Вот здесь все правильно. 31-е, 17-е. Ну, вроде все верно. Вроде все верно, придется пропустить. Ну, вроде все верно, не знаю даже. Чего сказать. Все чистенько, хорошо. Мы ничего не забыли-то. Я же забываю, сколько у них этих бумаг должно быть сразу. Работать, бухгалтерия, нет, визитку тебе не дадим. Ну-ка, смотри, какая херь, а. Всё? Двоих задержали, остался последний мужик. Остался после очень много внимательности надо, очень много внимательности. Ну, в принципе, когда уже привыкаешь, нормально. Главное, систему какую-нибудь выработать свою. Так, на усатого этот он. Хе, по придурок, смотри, говорит, ошибся немного, верните мне документы. Дебил. Ой, бестолково, арестовываем. Что вы делаете? Ну, а что я могу делать? Можно не арестовывать, конечно. Можно было отпустить, я думал, ошибочка, говорит, вышла. Вот ура! Надо же так лопухнуться-то, а? Просто это проёбся, я не знаю. Цель вашей поездки. Слушайте, а где этот... Мы не пропустили этого дурного, этого чувака-то этого. Из ордена. 78 килограмм, 179 рост, палец, лысина. 15-12. Цель поездки. В гости на пару недель, не больше. В гости едет на пару недель Свен из импора, кружочек. 12-28, он туда пропускай, чё. Пропускай. Пропускай следующий. Вот, это Стефания, это, блядь. Да? Да. Не пускай ее нахер. Не пускаем ее в ордены с своим сраным. Пошла он в жопу. Не будем взаимодействовать с этим орденом. Мне очень страшно, но я у них деньги не взяла, мне терять нечего. Все. Так, мадамочка на фотке, нет, не она, Артоцка теперь. Артоцка, Артоцка. Фу, блядь, чё я смотрю, извините. А, Артоцка, район Вертон. Фотка вроде она. 77 килограмм, 100... А чё ты рост не ростом не вышло?
Наверное, у меня была другая обувь. Ну, возможно, возможно. А возможно, ты пиздишь. По-моему, все нормально совпадает. Совпадает. Несоответствие роста устранено. 31.07. Ну, придется пустить. Я не очень понимаю, почему своих граждан мы должны пропускать через границу. Это она откуда-то, что ли, типа, едет? А как можно не пустить своего граждана через границу? Вот это очень странно. Сын умрет. Да сколько можно, блин? Ну сколько можно же? Я каждый день пичкаю лекарствами с этими дурацкими. Достал этот сын меня, достал. Сын умрет. Лекарства для жены. Все, вам отопление в прошлый раз, сегодня продукты. Пойти спать. Следующий день. Уникальная операция на позвоночнике. Их не умеет делать нигде, кроме Ростоцки. 7 декабря. Разыскивается. И больше ничего. Больше ничего. Хорошо. Этих мы уже не пустили. Это визитки. Одна у меня осталась. Это говно мне здесь накидали. Книжку берем. Поехали. Поехали! На 2 дня из Цукейда едет мадамочка. Смотрим. Совпадает, мне казалось, здесь 2К, ну ладно. Так, транзитом на 2 дня. А фотки-то совпадают? Совпадает, совпадает транзитом на 2 дня. Кружочек с... Голова маленькая. 49 килограмм, 171 рост. Вроде все правильно. 10 число. Придется мне ее впустить. Придется ее себе впустить. Блин, мы не посмотрели. Пол не посмотрела. Пол пропустила. Я прям чувствую уже, сейчас штраф мне идет, нет? Не посмотрели, ну ладно. А, что это, блядь? Это орден, с ордена, суки. Друг мой, что делать? Что происходит? Забирай бомбу. Ты же знаешь, что делать с этим. Что за любительское дерьмо? Нам надо эвакуироваться. Нет, конечно, просто отключи. Открой крышку. Открой крышку, говорит. Ну и дебилы эти террористы, не могли дисплей поставить. Никогда не видел такой дурацкой бомбы. Я собирала какой-то тупицы, просто приближу так. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, вроде все правильно. Возвращайся к работе. Чушь собачья, мне сегодня надо денег заработать. Давай мне бомбу. Я продам еще пусть. Продам все. Лучше, что я обезвредил. Нафиг ты мне это дал вообще, говно это продал. Ее нормально не. Это еще что за хрень вообще? Это орден мне такую хрень прислал, да? Меня пригласили официально. Это не она, вот смотри, официально пригласили. Здесь, небось, поддельная. То бомбы, то какие-то непонятные дипломаты поддельные. Ну и работка, а? Боже мой, сколько у них документов. Так, это не вот она? Я тут останусь, что-то там на 2 месяца, она нам говорит. Скалечи, извидор. Данные совпадают. А фотка-то совпадает? Что-то вообще нет. Женский пол, 84-й год. Поехали. Элеонор. Дальше число. Работа сколько? А тут написано 3, наверное, вот это важно, я думаю. На несколько месяцев. Держи визитку эту сраную. Так, 3 месяца. Правильная вроде... Вроде все. Дата правильная.
54 килограмм, 166, ну, примерно. Все, проезжай, визитку дали, позвони чуваку, мне дадут за это деньги. Было просто. Вроде все верно, да? Я здесь транзитом. Скал, вроде верно. Так, транзит, сколько она сказала? 14 дней. Джеррис какая-то там. КС... Правильно даже. А что-то мне показалось, что-то неправильно. Очки. 60 килограмм, 175 роз, вроде. 18 число. Ну, проходи, подозрительная женщина. Печать, кружочек правильный, вроде еще 82 год, вроде тоже приправились. Следующий. Нет! Опять он пришел, ты посмотри. Обоим агентам отказано, мы не справимся без вашей помощи. Когда Арстоцка только рождалась, Орден взял на себя ту же роль, что и сейчас. Когда от тирании придет конец, мы снова исчезнем. И что? Ну, отказано, да, отказано. Обоим агентам. Обоим. Арстоцка. Так, она не похожа сам вот на этих каких-нибудь? Вроде нет. На себя вроде похоже. У нас есть вообще такой район? Орвич Вон Ор. 84-й год. Район Вескило. 184-60 килограмм. А, рост. В остальном вроде правильно. Второго имени нет. Данные совпадают. Такое у нас уже было. В общем, пускаем ее. Данные совпадают. Все отлично. Вес разрешит. Забирайся и вали. Слава Ростоцки! Сейчас что-нибудь еще случится. Вот эти слова Ростоцки. Я еду работать. Так, ты не похож? Вроде не похож. Из Оев. Оев это где-то здесь. Шинглтон. Данные совпадают. Так, больше у меня нет никаких. Что-то, по-моему, здесь справимся. Кружочек с буквами. Чего он сказал? Полгода едет работать. 83-й, 84-й. Так, дальше. Илья, дальше. Проверяем строительство. А надо было, наверное, вот ему тоже дать. 106 килограмм, 177 роз. Что-то все верно. Блин, а у меня визитки больше нет, к сожалению. Или есть еще? Есть еще визитка какая-нибудь? Господи. Забирай. Я еду транзитом в другое место. Вроде не похож здесь ни на каких. Думаю, два дня. Транзитом он едет из Хайнана. Из Хайнана. Два дня. Очки 96 килограмм, 197. Но похоже. 13-е, 12-е. Здесь 84-е, 27-е. Эмиль Хайнбек. А чё-то всё правильно. Чё делать-то правильно? А там что-то было очки, у него же нет очков, подожди. Очков-то нет, я и смотрю на паспорт, есть очки, а здесь нет, что за хрень? Всё, никакой этот, не пропускной. Thank you.
так завершился уже следующий наш день. Не знаю, что будет дальше. Давайте еще один день. Семье нужны лекарства. Опять они болеют. Да ты посмотри, твари, а. Мерзнут, болеют они. Все, жрать вам, еда. И еду даже можно и не давать сегодня. Сегодня всем лекарства раздадим. Оле, лучше не надо, не надо. Вот, все, давайте, блин, выздоравливайте. Кошмар, а. Министерства не могут поделить кадры. Большой спрос на квалифицированных солдат и охранников. Реорганизация в пограничных войсках. 8 декабря 82 год. К нам кто-то опять прется. Министерство юстиции изменило порядок охраны внешнего параметра. Теперь вы обязаны реагировать на попытки незаконного проникновения через границу. Вам выдан ключ. Услышав сигнал тревоги, вы можете открыть ящик с винтовкой, заряженной транквилизатором. За каждого остановленного нарушителя вы получаете премию. Если вы стреляете, но промахиваетесь, сумма снижается. Правила обращения с оружием. Блин, не знаю, что с ним делать, но разберемся. Блин, разыскивается еще вот этих... дьяволы какие-то там, арсоцкие дьяволы. Ладно, ладно, начинается рабочий день. Мне показалось, к нам кто-то идет, но нет. Ой, денежки, денежки, ура! Ты задержал семерых. Пятнашка прилетела, спасибо. Буду заносить деньги тебе домой. Отлично, отлично, заноси деньги мне домой. Премию все равно будут платить, так что задерживаю больше. Я сюда ходить больше не буду. А, его перевод в тюрьму. Ладно, через день вечером. Ну, хоть как-то пятнашку заработали, уже жрать есть что, отопление есть. Замечательно. Так, книжку, книжку быстрее. Какой страшный мужик, смотрю. Антегрия, продолжительность визита. Антегрия это где? Я думаю, что орден он заплатит другим людям, и все равно мы пропустим, наверное, террориста этого, и все равно мне потом скажут, арестуют меня, потому что говно, 18-е. Так, просроченный паспорт. К сожалению или к счастью, не знаю. Все. За документами надо следить. Или давать взятки. Одно из двух. Я не слышал, давал ли он нам взятки. Так, такие лица, что хрен пойми, вообще их установишь, если честно. Я их даже не узнаю. Ей-богу. 08-93 год. Дипломат, да, она? Дипломат какой-то там. Арстоцка. Ой, да что ж такое, эти дипломаты? Проверьте еще раз. Нет, 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 нет. Нет? Вы кем себя возомнили? А ты кем себя возомнила? Иди, подумай над своим поведением. Подделка документов карается законом. Калечить. Цель вашей поездки. Я здесь по медицинским показаниям. У вас не хватает документов, пожалуйста. Калечительные операции запрещены. И потом... Смотри. Смотри. Фотка-то не совпадает, женщина. Можно ее еще арестовать. Ладно, я посмотрю. Но может я верну деньги, если у нее что-то тут как-то это херово. Ладно, иди, делай операцию. Я знаю, что ты можешь быть каким-нибудь террористом. Но... Ты умеешь договариваться. Договариваться. Зарплата не платит, приходится договариваться. У меня замечание. Да, да, да. Отсутствуют внешние данные. Отсутствует совершенно на въезд. Можно было побольше с нее взять, на самом деле. На 30 дней. Так, ты ни на кого там, ни на преступника не похож. Арбистан. Это, кстати, одно замечание или два? Вот интересно, это одно или два? Как бы два нарушения. Там, кстати, в новостях же писали, что... что это... В газете писали, что типа там операции... Ну, в общем, сами решайте. Платили бы нам нормально, мы бы ничего на такую... Зрение нормальное.
А на фотке-то, по-моему, не очень. 89 килограмм, 179 рост. Палец такой, 17-12. Здесь все отлично, кружочек. Ну, что делать? Что-то там они сказал. На 30 дней навестите родственников. Навещаю своих родственников. Привет от меня. Главное теперь не просрать, сколько мы там заработали. На продукт только. Это снова я. Много инженеров попалось. Мне позвонили 4 человека, которые были инженеры и строители. Мне ни к чему. Мне нужны механики, я же вам сказала. Она сойдет. О, мне что-то еще переполучу корну. О, еще двадцаточка. Ну, слушай, ну я не знаю, кто тебе там нужен. Кого получилось, но тут у него вроде все правильно было. Мы проверяли. 91 килограмм, 185. Здесь дата вроде правильная. Все, проходи. Проходи. Спасибо за денежку. Мы еще поднаторели. Смотри, как поднялись мы там, а? Аж не спиздили меня это все теперь. То я знаю, тут нападут и отберут все. Смотри, на этого мужика он похож. В смысле нет связи? Ну, похоже. Чего? 14 дней транзитом. Хорошо. 14 дней транзитом. Данные совпадают. Транзит 14 дней совпадает. Тави на ком вас совпадает. 29-е. Так, 60 килограмм, 167, что-то как-то высоковато, мне кажется, немножко. Очки. За этими очками ничего не видно. А, мужик она, блин. Тьфу, блин, ну мужик, ты что делаешь-то? С парцости все правильно, но если неправильно, то придется тебя арестовать. Ой, а тут что-то не так. Придется арестовывать, но нам это лучше, потому что... Нам это лучше, потому что нам за это заплатят денежку. К сожалению. Они же могли предложить мне взятку, денежку. Я бы их не арестовывала и отпустила. Мне это... Мне не нужно их арестовывать, но... чтобы они все переделали, всякое бывает. Кто-то там перепутал, левый человек какой-то там подделал документ. Смотри, не похож. Это женщина, это мужчина. Господи. Блин, ключ. А, сука. Попали, блин, один раз промахнулись. Там написано было, что с меня будут брать деньги за это. Это было неожиданно. Это было адски неожиданно. 16-й день. Рабочий день был прерван из-за атаки террористов. Семье нужны лекарства. Улучшение. Не хочу я улучшения. Премия за попадание. О, 30 баксиков. Ура! Так, у нас не будет отопления. Или будет. Ну, короче, давайте все сделаем. У нас остается 30 баксов. В следующий раз попробуем заработать. На сегодня мы закончим эту серию. Подписывайся на канал, ставь лайк, вступай в нашу группу ВКонтакте, в Стиме, подписывайся в Инстаграме. И мы увидимся с тобой в следующей серии. С вами была Angry Professor. Всем пока!